Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют сквозь солдат. Волнуются все, и начинающие, как пятилетняя четинка Лера, и более опытные. В поэтическом видеоконкурсе участвуют дети от года до 17 лет изо всех уголков России. За полтора месяца с его начала на сайте Лабиринт.ру уже появилось почти 4000 работ. Участники читают стихи целыми классами, детсадовскими группами и семьями. За стихи и подарочные сертификаты решили побороться и маленькие забайкальцы. Все советские народ, против общего врага. Все, кому мила свобода и Россия до тога. Ага, старый боярин, он помнит тех ребят, что ходили на войну, не видя первую весну. Подъехали, вот здесь, с разворота, заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мяли в рыхлый жирный чернозем. Было много тех героев, чьи неизвестные имена навеки взяла с собой. Свой край неведомый, война. Всех участников конкурса ожидают подарки и грамоты, предусмотренные поощрения для всех проголосовавших за работы. Поддержать юных чтецов можно будет с 17 по 26 мая на сайте Лабиринт.ру. Итоги конкурса будут подведены уже 15 июня. Алена Ведерникова, Максим Лобачев, ЗапТВ.